На этой неделе, 14 ноября, открылся обновленный стадион «Трактор». Тогда президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко посмотрел и территорию прилегающего к спортивному объекту парка имени 50-летия Великого Октября. Это парк давний, для народа. Народный парк. Да, народный парк, хороший парк. Поэтому посмотрим, как сделали. Ну, думаю, что в Минске умеют делать. Легендарный парк между Долгобродской и Партизанским проспектом. Раньше это место ассоциировалось у минчан с танцплощадкой «Корчи». Но давайте по порядку. Сравним, как было и что есть. Главная аллея. Теперь это место для спокойных прогулок и детских развлечений. Пандусы, вымощенные дорожки, большое количество фонарей и скамеек. От старых бетонных плит не осталось и следа. Одной аллеей сыт не будешь. Больше нет металлических беседок, восточного кафе и общественных туалетов. Зато можно заняться спортом, прогуляться и поиграть с детьми. Зону с каруселями и сценой заменил большой детский игровой комплекс, напоминающий космодром, где можно покататься с горки, полазить и побегать. А для любителей активного отдыха появились площадки для игр в волейбол, баскетбол и, конечно, уличные тренажеры. Радует прорезиненное покрытие, не скользко и безопасно. А тренажеры можно регулировать под себя. И, конечно, с этой точки сложно не заметить скейт-площадку, которая понравится любителям экстрима. Зона отдыха непосредственно около стадиона также преобразилась. На смену композиции из скамеек пришли уютные беседки. Да и вид на трактор уже совершенно другой. Когда видишь старые фотографии парка, сложно поверить, что это одно и то же место. Изменения налицо. И не стоит переживать, что сезон прогулок на улице уже прошел. В таком парке будет комфортно находиться круглогодично. Главное – выбирать одежду по погоде.